Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня готовим клубничный тарт со сметаной. И вот какие продукты нам понадобятся для приготовления. Очень аппетитный, с песочным тестом и чудесной, нежнейшей сметано-клубничной начинкой тарт у нас сегодня получился. Обязательно попробуйте приготовить, а еще подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новый рецепт. До новой встречи, друзья!